В музее «Дом лекаря» представлены сохранившиеся до наших дней трактаты на медицинские темы и обнаруженные в ходе археологических исследований предметы материальной культуры. Выйдя из музея, вы можете повернуть направо, в сторону ханского дворца. Повернув налево, в сторону развалин ханской бани, вы сможете пройти мимо бани на дальние памятники, а именно Малый минарет и ханскую усыпальницу.